открыли стаксель. Идем под парусом. Тихонечко, правда. Где-то 2,5 узлика. О, яхточка с голубым вертолетом. Наверное, волшебник прилетел. О, кранцы убирают. Ни хрена себе кранцы. Нагорские коты. Которские коты. Прямо какой-то концертный зал такой к нам подъезжает. Пытка своровать у нас тузик. Смотрите, вообще наглый суп. Монтенегро. Сегодня открыли стаксель проветрить. Идем в Которскую бухту. Ветерок такой слабенький. Ну, идем где-то в 3 узла. Так и стоим в Котре с красивым видом. Благодать. Видите, вот так вот. Сейчас чашечкой кофе с печенюшками. Вот с таким прекрасным видом на старый Котр. Море здесь грязноватое. Плавают какие-то водоросли. Впереди стоит такая же, как наша лодочка. 473-й океанис. Пошла. О, кранцы убирают. Ни хрена себе кранцы. Там ребят не смоют. Струей. Кранцы. Вдвоем, да? Мальтийский крест, видишь? Не вижу, честно говоря. Отсюда. А, мальтийский, да. Вот это да. О, ребят развернуло. Струей. Сейчас до нас тоже он дойдет, наверное. А что, сколько времени? 10 часов ровно, смотри. По расписанию. Под колокола. Можем посмотреть, что за корабль, что за судно. Короче, нашли информацию в интернете. Это яхта, построена в 2018 году. Она является чартерной. Ну, как нам интернет сообщил. Стоимость покатушек одна неделя стоит 800 тысяч евро. Обалдеть. 800 тысяч евро. Как часто вы берете такие яхты
в чартер, расскажите, пишите в описании, нам будет очень интересно. Прогуливаюсь по старому городу Котору, мы обнаружили вот такую инсталляцию. Людей, которых нужно спасти. Help me, please. Надо им дать руку и вытянуть. Help me, help me. Упс. Черногорские коты. О, смотри, какой красава прибежал. Упс. А этих посадили. Главное, ничего не бояться. Этих посадили за решетку. Слушай, и не могут, не могут выбраться. Мац, мац. Не, она не так, не так не хочет. Скажи, а поесть что, да? Что такая облезлая эта вся? Вообще буро-коричневая, с рыжиной, с пятнами, с каким-то, не знаю. Такая ласковая. Облезлая вся. Чего, сиди здесь. Сиди, сиди, сиди. Кстати, вход на крепость пока открыт. Мы там были, больше не пойдем. Вот такая вот ребята, вот герои наши сегодняшнего дня, они решили гонят и тузик, ничего не будет. Решили это сходить. А где, кстати, тузики наши? Стоят. Может, вам все-таки наш вот тузик с собой прицепить? Ну, давай прицепим. К себе отгоню, а на своем приеду за вами. Красава. Какие у нее поразительно длинные щупальца. Обалдеть. Существо. Присосалась мидиям. А может, мидии закрыли створки и прищемили ей щупальца. Такая красота пошла. На ночь глядя. О, как расходится. Сейчас нас начнет Серега заворачивать. Они похожи к нам это. Вау. Слушай, прямо какой-то этот. Концертный зал такой к нам подъезжает. Кранц, вон, ты говоришь, не выпустили. Вот так вот эта яхта уходит ночью. Все, пошел. В никуда. Все, готово к отплытию. Снимаемся с якоря. И идем острову Страдиоти. Вот проезжаем, проходим город Пираст. Интересно, лодка стоит. Припаркованный ликат. Ну, что-то такое. Город моряков и капитанов Адриатического моря. Очень похоже на ракету вот это здание. Там здание какое-то разрушенное, покалеченное снарядами. Так вот, проходим. Часы сломались на ратуше, на башне. Или какое-то другое время показывают. Сейчас у нас 1:22.
такой красивый город Пираст. Ничего себе, вертолетик отключил двигатель и сейчас в режиме авторотации. Маленький такой вертолет, интересный. Вот садится или что-то делает. Все завелся. Вот такой пепелац с гравицапой. Вот, опа. Слушай, прям какое-то бомбезное представление сегодня. Что за праздник-то такой? А мы подходим тихонечко к острову нашему Страдиотти. Ну, не совсем нашему, но уже почти как родному. Видели, сейчас прилетали спутники Илона Маска. Вообще такая куча. И вот они скрылись. Вот где-то здесь вот. Возле ковша. Вообще все преимущества стоянки на якоре. Много чего видишь. Якорные стоянки возле острова Страдиотти становится все тесноватей. Летом будет вообще айс. Вот какая пришла яхта. Сейчас ночь. Я хочу вам показать, как выглядят топы. Топ — это знак. То, что ты стоишь ночью на стоянке на якорной. Вот. Это топ у Кетча, нашего соседа. Это наш топ. Такая стрелочка. И вот там вот топ у супер яхты, которая тоже стоит на якоре. Красота! Какая большая, ужас! Кошмар! Проплывает такая. О, у нее еще, смотри, какая-то фата такая, знаешь, это. С корзинки. Ну вот. С купола. Прямо какие-то такие маленькие волосики. Она как гофрированная. Продолжаем подборку ужасных моментов яхтинга. Вот, посмотрите, какая красота намоталась на цепь. А к тени какая-то, она скорее всего жалится. Надо аккуратно. Подожди. Такая вот бедолага. Теперь что с ней делать-то? Какой палочкой ее отковыривать? Сейчас, подожди. Короче, взял самую-самую поганую. Куда полез? Давай сюда ее вытаскивай. А как ты ее? Как-нибудь. Там первая сопля. Вот. Так, первая сопля. Нахренеть, друзья. Вот такая вот хрень. Ач. Она еще сейчас отрешу. Это еще раз. Все. А ту как? Ну давай следующую. Вот она на цепи намотана. Тут все, куда ты их? Давай обратно, вон сюда на железяку. Только не на лодке. Слушай, она еще хлюпает так, с таким противным хлюпанием. Ач!
Ач. Да? Можно брата спустить? Давай промой. Где за лира? Сейчас, подожди. Я беру отсюда. Оп. Иди обратно в море. Куда к цепи опять снова полезла, а? Мимо иди. Осторожно, все. Все, давай. Подожди, подожди. Опа. Ладно, зови, если что интересное снова будет, не дай бог. Ну что, поехали. Вот там соседи у нас на такой большой лодке. Мы снимаемся с якоря и едем осматривать новые места Бока-Каторского залива. Ну вот, друзья мои, мы сейчас на новом месте. Приснись, жених невесте. Вот такое место. Слышите, как птицы поют? Вообще бомбезно. Я не знаю, что здесь утром будет. На якорь встали на почти 12 метрах. Температура воды 19,5. А завтра сходим туда. Вот там поспим. Надо же менять свое местоположение, пока это возможно. Сегодня посейлили. Практически все время шли на парусах с ребятами, катались вообще бомбезно, даже соревновались. Ну, победила дружба, конечно. Учимся, учимся. Товарищи, господа капитаны, кто, у кого какой страшный сон был во время сна? Какой сон приснился? Расскажите. Очень интересно, потому что мне такое тут наприсыпалось, что мама не горюй. Самый интересный сон — это когда я еду по дороге на яхте, а там светофор. Светофор причем висит. И я понимаю, что у меня не проходит мачта под светофором. Тут мелко, да. Может, мы поставим ее и пройдемся по речке? А тут какой-то приватный, видимо, пляжик. Смотрите, как вода смешивается, да? Мутная такая. Ну, кто знает, здесь всё пресно, вот здесь. Танечка, попробуй, пресно. Сейчас. Вон, смотри, сзади идет кабан. Вот. Блин, надо это маленькое. Надо эту треногу. Ой, сделать эту полку. Трезубец? Да. Вон, иди, смотрите. Вот там, да. Вот там. Да, вот сейчас бы ее. Ха, блин. Да? Ой, слушай, да. Прям, да. Надо это арматуру за нами найти или пруток какой-нибудь. Наверное. Так слушай, они за нами, они сейчас нас. Идите отсюда. Покусают. Идите отсюда нафиг. Вот смотри, послушали. Слушай, нифига их там, смотри. Смотри, мангал. Спуск на воду. Где мы тут стоим, что тут поблизости есть, да? Это горная, как я понимаю, это. Ласточка кормит своих детенышей прямо под дорогой, под мостом. Вторая наблюдает, ждет вот этого. А там тоже гнезда, смотри. Там, по-моему, тоже гнездышки. Ой, какая красивая. Ну все, побежали мы, побежали.
четвертая лодочка зашла сюда, хотя мы вот там даже на тузике не рискнули. Вот такая речка. Смотрите, шикарный куст жасмина, весь в цвету, полностью весь в цвету. Аромат просто бомба. Попытка своровать у нас тузик. Смотрите, вообще наглый сука. Давайте, идите его. Я тоже тебе хочу сказать. Вот этот чертило, блин, пытался у нас угнать тузик. Да нарк, по-моему. Нарик, по-моему. Думало нехило. Вот тот город, в котором мы были вчера, где у нас тузик стащили, он вообще не виден. Там просвет. Вчерашнее поведение некоторых граждан. И послал туда вот такой вот дождик с грозой. Такая вот куча над этим городом. Смотри, как крутит. Нет, я не про нас, я вот куда идут тучи. Тучи уходят туда. И они собираются в этом месте. За то, что угнали вчера тузик. До сегодня. То есть смотрите внимательно. Вот так вот фигачит туда, в это место. И то место становится очень темным. Не рекомендую к посещению это место. Ну, если у вас, конечно, там... Как город называется? Ресан. Ресан, что рядом с Пирастом. Пирас, что рядом с Ресаном. Вот так красиво. А там вот так вот. И как раз вот все кручение происходит именно где-то вот здесь. После ветра, посмотрите, какие завораживающие бархатные волны. Наверное, можно смотреть вечно. Барашек там. Let's do that right away.